Что думаете? Мы снимаем. Что скажете? Сто умных мыслей, сцена 5, дубль 1. Да, Колян, ты сильно-то не газуй, но чтоб нам подарочек какой-нибудь. Чтоб хотя второе место заняли. За первое место. Ну вот на Ниве мне уже не так будет жалко газовать. Мне кажется, на Ниве, конечно, тебе вот еще... На Ниве, если бы мне дали, вы сейчас жопнуть еще, я бы... Нет, если бы ты еще 300 грамм бы выпил, ты бы первое место бы занял. Не, мне нужна котомка, на котомке я. Если бы она гребла, я бы на котомке. Ну давайте еще что-нибудь рассказывайте. Давай вон Леха там пока колупается, поехали. Колупай. У него дела, подожди. Дела у прокурора со мной. Нет, вы расскажите, что вас ожидает. Ожидает? Веселое попоище. Попоище сегодня вечером вообще. Нет. Завтра пьянка, потом пьянка. А я пить тоже что ли должен сегодня? Да. Нет. А, ты-то нет, я завтра хвист. А мне завтра за руль. С утра. В 8 утра. А вчера тебя это не остановило нихуя. У меня сегодня не за руль. Как не за руль-то, ты же приехал? Это с руль. Это за рычаги. Это с руль. Мы же на тракторе не ездим, а у трактора рычаги. Вчера ты... Завтра трактор превратится в машину. Тебе главное, ты что, машину помыть хочешь? Ставьте свои ставки. Я не помыть хочу, я хочу, чтобы у меня там отмерзло. Двигатель об что-то долбит. Ты помой сначала, ему клянешь, Кёрхер есть, помыл да поставил там. Ничего, глазурь нанесем. Потом... На, снимай. Или широкий, ну ты лучше, ты уже да. Оператор. Оператор, да? Это значит, Леха так свою машину любит-любит, а потом пизды. И сейчас от бампера оторвем. Что, засекать время? Выгоняют нас. У нас свободная страна. Вообще, блядь. А, ну давай газу уже. Пока у меня руки не отмерзли. Я пойду пока мангал сморщу. Скажите, когда? Так, ну чё? Всё по-честному, почему? Давай. Короче, вот тебе камера. А ничего, она сама там наводит. Да? Да. Вон сейчас из поворота он там будет вылетать через 2 минуты. И вон с того поворота можешь его заснять. О. Поехали! Если он поймет, как ехать, то он, может, нормально проедет. Так, вот здесь у нас... Сколько? 2 минуты. Уже 2:10, да? Так, тут здесь надо заранее тормозить. Так, Серега, что записываем? Записываем нашу победу. Хороший, молодец. Так, так, так. Уверенно идет, уверенно. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, пока хорошо, да. Сейчас посмотрим. Как прям биатлон, да? Биатлон. Гонка преследования. Гонка преследования. Сзади как раз лечу за ним. У нас 3 участника. По-любому кто-то займет первое, кто-то второе, кто-то третье. То есть без призов мы не останемся. Да. По-моему, мы на втором уже, да? Не, вы на первом, кстати. Минута 15. Так, первый подъем. Сейчас посмотрим, как он пройдет первый подъем. Вот, залез, нормально. Второй-то он посерьезнее будет. Там спуски такие тоже, да. Немножко боишься с трассы. Сейчас посмотрим. Есть время, онлайн, сколько время? Так, у нас сколько время? Не, вы-то хорошо вообще прошли. Так, смотрим здесь, наблюдаем за ним. Вот тут-то сложности вроде. Вот, все, вот он здесь. Да, здесь надо было с разгона брать. Он застрял? Не, он пока это, назад поехал. Не подливал чайку, пока ехал. Буксует, буксует, не может пока заехать. Что ты ему дал, очередной?
Вот наш чемпион. Да, да. Не местный, кстати. Ты можешь привет передать пацанам из Испании. Так, все, залез. Идет дальше, смотрим. Так, тут у нас подъемчик небольшой остался. Все, проехал. О, в дрифте идет. Вот тут этот крючок после спуска, да? Да. Да, все, он уже проиграл, считай. 10 минут. Да. Осторожно, отойдем. О, должен вылететь здесь. Фух. 3.11. Да. Так, гонга? Да. А что он за рулем кого посадили? Коляна посадили. Все, проехал. О, в дрифте идет. Он что вот этот крючок после спуска, да? Да. Да, все, он уже все, проиграл. 10 проиграл. Минут. Ну. Угу. Осторожно, отойдем. О, должен вылететь здесь. Я, конечно, так убать. Ребят, ну расскажите, каково быть последними? Чё? Носили вы. А, я мы еще виноваты. А, то есть мы виноваты. А я тоже. Я правой стороной завёз, газ. Смотри, сейчас я поеду. Давай, засекаем. Опа. Всё, езжай с ним. А ты будешь и этот, и дроном и ехать? А он будет идти. А, это. Так, 3.11, посмотрим. Лёха, назад ответь только. Как себя поведёт? Да, да, по-честному. Да. Все по двое ездили. Самолёт, ты возьми меня в полёт. Вы готовы к поражению? К поражению? Да. Серьёзно? Да нет, я. Да как я с тобой в команде тут нет, я это. Ну, это некорректно будет. Все, некорректно. Поехали. Да, кто сядет? Я не поеду. Раз, два, три, поехали, нажимай. Ну. Че у нас тут на старте голые девочки не стоят? Да. Одетые мальчики. А только одетые мальчики. А их же сейчас запрещают там. В толерантной Европе запрещают. У вашей сюда там что-то. У вас сейчас говорят, человек рождается, на пол своему давайте. Ну да, да. Пол присуждать, да? Да, вроде девочка. Ну, типа, да, пусть сам типа решает, там, да? Как, кто он там, родился, кто он будет там на движухе. Ну, так вот, да. Лето 30, он еще. Так. Молодец, отличный игрок. Блин, на 14. На бабу. А хозяин же должен был взять тачку. На бабу. Я до сих пор еще ничего не понимаю. Так такая же хуйня. Я еще не знаю, кем я стану, когда вырасту, блядь. Хотя уже 35, блядь. Пора бы уже определиться, блядь. Еще не знаю, кем я стану, когда вырасту, блядь. Дальше едешь, это... как там это? Тише едешь, дальше будешь. Ну, да, возможно, это, да. Плохата мать, что сына до 30 лет не прокормит. Вообще не мать, да? Сейчас увидишь, как там намесили. Да, я понял, как знаю. Здесь вот самое главное. Так, вот здесь это тут стрёмно вообще. Как по колее, слушай, как по этому. По рельсам. Как по рельсам, ну. Ну такой, знаешь, круг жоп. Да, заебываешься рулем. А? Вот сейчас сама подъёбывает.
Ой! Все, считай, не сдал. Все. Да не. Так хорошо шел. Там стрёмно тоже. Да? Вот сейчас я тебе говорю, это был пиздец. Говнишко тут намешано вообще нормально. Как тут можно вообще ехать? Смотри, я не попадаю в колею. Так, я тебе про чек говорю. Ну вот ты сейчас нормально, ты выйдешь. Здесь тоже капец, диагоналка. Опа. Ой, я так же сделал. Тут я видел. Опасность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дай один кусок, 3 минуты. 2.42. Вот на Неве интересно, где практически. Так, с вашего разрешения. Почему мы не с салюта у нас? А, еще салют у вас? У нас ехать через вас. Конечно, Серега, ты что? Вы что, застряли? Я, опять? Так я вы. Вы застряли? Где? На второй горе. На второй горе. С первого раза даже заехали. Блять. Большая. Че, Леха, на второй горе застрял? Да. Улетело это. Мимо попал. 2.42. Да. То есть я не последнее место занял? Последнее. Что последнее? 2.16 у меня. У тебя 2.16? Да. 2.26. А у кого было первое? 2.09 я. 2.09 они. Ты последнее место. У тебя 2.16. Короче, тебе в подарок вонючка достается. А у меня она есть. 3.15. Так еще новая будет. Со вкусом кофе, Лех. Нормально, у меня есть еще одна. Купил подарки и сам себе хуево подарок сам выбрал. Ну что там, где подарки-то? Леха. Сейчас, подожди. Так, Леха сказал, первое место, бампер от L200. Там слитно снимаем. Сейчас я поставлю батарею на запас, на зарядку. Хотя бы, да. А вот и зачем? Раз, два, три, гоу! Время пошло. Слушай, быстро идет, даже коптер. Да, коптер не успевает его за ним. Я хотя не в спорт режиме еду за ним. Там, ну, в повороте надо притормаживать. Да. Если у нас будет обгонять, я сейчас там Так, Нива преодолевает первый подъем. Хорошо идет. Спуск. Я думал, здесь кто-нибудь подпрыгнет, но нет. Так, смотрим, как он здесь пойдет. Вот так. Хорошо идет. Идет на петлю. Потом на подъем. Первый. Это второй подъем будет. Второй подъем.
а за ним будет жесткий подъем. Самый сложный, и практически там еще небольшая петля. Так, едем дальше за ним. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну и что он там? Хорошо идет, не застревает. Идет? Да, вот он, все, последний подъем. Все, финиш. А сейчас подъем еще будет? Все, это уже подъем прошел, сейчас финиш. Он все, полетели за ним. Смотри, сейчас он здесь выскочит. Да, все, он на финиш летит. Идет. Фух, сколько? 2.10. Слушай, 2.10, первое место Ниву по ходу дела займет. Вот это да. Я и бублик. Али бабу. Чапай расстрался. Хорошо прошли. Все, так уже пробито, пробито. Мы там подвязли в одном. Вот и проебали. Возможно, возможно. На старт, внимание, поехали! Испытание у нас получается на время, на скорость. Сейчас посмотрим, как Евгений преодолевает маршрут. И коптер за ним следует, 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 следует. Посмотрим, как он пройдет этот маршрут. Сейчас у нас испытание только на время прохождения. Испытание на время круг. Так, пониже надо опуститься. Вот, вот так. Хорошо видно, прекрасно. Камера, говорит, села. Да ладно, ничего страшного, у нас есть коптер. Ну-ка, смотрим, как он проходит. Сколько уже прошло времени? Так, 57 минут у нас почти. Минута. Нормально. Так, вот это самый сложный подъем будет здесь. Сейчас, ну практически он сейчас его преодолеет, вот этот подъем. И там прям вообще жесткий подъемчик будет. Минута 15. Пока хорошо идет. Да. Нормально. Вот он подлетает как раз. Так сказать, подлетает. Это я подлетаю, он подъезжает. Да. Здесь как раз посмотрим, как он преодолеет его. Постоим. Он с первого раза заезжает. О, нифига, выехал с первого раза, молодец. Да. Так, а дальше у нас тоже есть испытание одно. Вот в этом месте. Две минуты. О, здесь прям вообще жестко. Отлично. Все, выехал. Давай на финиш. На финиш, на финиш. Да, кстати, надо отойти. Вон он летит, летит. Молодец. И стоп. Сколько? 2 минуты 26, зафиксируйте результат. 2 минуты 26, да? 2:26:51 время. Отлично. Так. 2 минуты 26.
Очень хороший результат, я считаю. 2 минуты 26. Там первый поехал, ничего не говорит об этом. А? Чемпионы? Давай, сейчас надо это. Сейчас Дэну передадим. Я сяду туда. Да. Ves, lo tienes que enchufar para abajo a 60, ya está. Sí, ya está. Sí, lo tienes que enchufar y así se calienta en 2 horas. Vale, hasta un poquito de agua limpia, ¿está lleno? Sí, está lleno. ¿Seguro? Sí. ¿Hasta arriba? Sí. Está lleno y míralo que tienes el mando ahí en donde te has dado con la cabeza. Daniel en primer lugar, его привели друзья, которые поздравляют его. Да. Про нас уже забыл, сидим тут чай пьем. Он все, звезда. Звезда, молодец. Молодец. На Ниве занял первое место, все нормально. Он контракт заключает. Да, да, да. Это Кен Блок новый. Мерседес, Завершилось у нас наше соревнование. Проехали мы на время. Первое место у нас занял Давид на Ниве трехдверной с результатом 2.09 прошел круг. Второе место Женя на L200 с результатом 2.16. Третье место у меня с результатом 2.46. Ну что, это, он видишь, он автодом сдает, автодом. Сейчас даст это. За второе место награждается товарищ Евгений. Подушка тебе. Спать буду. А это в машину подушка? Спать люблю. В машину она ставится на этом. На липучке? Не, резинка, на машину, короче, ставишь. За первое место. Женька. За первое место могло быть твоим. А? Придется купить, а так мог выиграть. Как я штурмил? Все. За первое место. Приз. Сектор приз на барабане. Шампанским. За третье место у меня остается вонючка. Салон. Да, мешочек с кофе. О, холодно. Эльбрус Эдишн, вон, чтоб видно было. Эльбрус Эдишн. Да, срочно на Эльбрус Эдишн. Все. Все, счет. Два раза. Thank you very much. Спасибо, ребята. Первое место. Нива, бля. Круто, круто провели время вообще. Круто. Ну, еще не закончилось. Минка между вот этой и белой. Пожелай нашим подписчикам. Пожелай нашим подписчикам. В новом 22-м году, что ты им пожелаешь? Они это видео посмотрят в 22-м году. Если мужик, то я его деньги беру. Если девочка, чтоб тебя не сглазили и чтоб с тебя не слазили. Молодец. Я в свою очередь хочу выразить огромную благодарность Алексею, кто нам возможность, где мы поучаствовали. Честно, классное мероприятие. Вникайтесь в эту тему. Очень интересно. Там, да, понимаю, 3 минуты катаешься, час копаешь, но вот эти 3 минуты, они дают таких впечатлений, что... Эмоции. Эмоции настолько, что на всю жизнь. Это точно. Всем рекомендую. Да, мало так. У нас останется еще на финал салют. Зажигаем бенгальские огни, запускаем салют, провожаем старый 21-й год, встречаем 22-й. И на этом мы зафиналим наши покатушки. Несмотря на то, что на улице минус 19, минус 20, всем тепло. Всем тепло, да. Чаёк всем согревает. Тепло, всем хорошо. Чаёк согревает. Чаёк согревает. Кто-то чай пьет, а кто-то не чай пьет, да? Я чай. Я чай. Я чай. Отлично. Уху! Let it snow, let it snow, let it snow. Man, does it show signs of snow?
Всех с наступающим, вернее, с наступившим 2022 годом. Storm, but if you